Прекрасно. Артем Владимирович, мы закончили весь отчет годовой. А я вот вижу, вижу, да, вижу. Молодцы, хорошо поработали. Артем Владимирович, можно у вас попроситься? А куда? Мне нужно на вокзал. Ну это же далеко еще в рабочий день. А зачем вам на вокзал? У меня там бабушка. Мне нужно ее встретить. Может, ты сначала? Нет, ничего, сейчас сделаю. Просто... Нет, честно, меня достало. Почему я должна играть каких-то девушек, развратных, любовники? Я хочу нормальную, серьезную... Как мы договорились с бабушкой, не буду играть с вами. Как мы с бабушкой будем переделывать друг другу мозги? Ты мне объясни. Так, Артём. Мне приехала на вокзал бабушка, мне надо купить ей пирожков. А что? Я сказал, муж, а дома пьяный любовник. Я начинаю тебя ругать, ты начинаешь защищаться. Давай нормально. Нет, муж. Подожди, послушай меня, пожалуйста. Я не хочу играть реально какую-то ерунду из раза в раз. Я хочу нормально сыграть без всяких этих пошлостей, любовников, там, без всяких... Слушай, я сказал, муж, дать мужа, как мы будем делать мозги с бабушкой? Артём, ты нормально? Я что скажу, купи мне пирожки с капустой, а я не купила с картошкой, что нам делать? Во-первых, ты не ругайся, пожалуйста, во-вторых, я буду играть, как я хочу. Нет, давай ты будешь играть, как я хочу. Это я сидел, все выходные писал нахер этот сценарий, потому что сказал уже Костя, что мы переделали друг другу мозги. Теперь ты меня начинаешь, я буду играть бабушка. Как в жопу бабушка, вы сказали муж. Блин, вообще-то не ори. И вообще буду играть так, как хочу я. Вы меня извините, конечно, Костя, это нормально, что ты должна играть в какую-то, я не знаю, что какую-то ерунду вещи. Я хочу играть нормальную, серьезную роль. Да ты в жопу, ты кто? Вообще откуда? С Беларуси такие тупые берете. Да, вы откуда? Что будет переделывание мозгов? Уже началось переделывание мозгов. Все, значит, будем играть тогда, как я говорю. Я есть режиссер, ты будешь играть сейчас, что я. Короче, все, Василий Антонович. Я извиняюсь, я не буду так играть. Тут они бардак, тут они бардак. Я ухожу, Василий Антонович. Сейчас нахрен иди, я меня убью. Сейчас Василий Антонович позвонит. Все, давай я играю так, как хочу я, а потом уж играть так, как хочешь ты. Ну, вообще, как почему... всегда, так как хочу я, потому что я придумываю и не сплю ночами. И придумываю, тебе что, сложно зайти? Здравствуйте, у меня приехал муж, а дома любовник. А, что делать я? Ой, как плохо, что ты так сделал. Все, Костя доволен, все счастливы. Все, я буду слушать, играть тогда с кем хочешь, я обычно с тобой играть не собираюсь. Я буду играть с Костей, все. Играть с Костей, он больной вечно. То обосрется, то еще что-то, я не знаю, извини, Костя. Оксана не приходит, как я буду с ней играть. Я с тобой не буду играть, все. А мне вообще легко с тобой играть? Я прихожу каждый раз на твои вот эти выпуклости все смотрю. Как мне думать вообще о роли? Я прихожу и смотрю, они в глаза все это лезет. В прямом. Опять же должна одеваться. Ну поприличней как-то, вон, непрозрачное, чтоб было. Короче, играть тогда с Оксаной, она ходит в паранже. Да где твоя Оксана, она не ходит в паранже твоя? Заново играем, как хочу я, или я не буду играть. Ты согласен? Я не буду играть по твоим правилам, я сказала. Мне достали реально вот эти тупые какие-то непонятные какие-то миниатюры. Я хочу серьезную девушку, которая хочет встретить бабушку, у которой бабушка заболела, серьезную нормальную девушку. Ты сейчас зайдешь, сыграешь, я тебя прошу, последний раз сыграй мне вот эту вот. Блин, муж, любовник спит, и все, последний раз, я тебя умоляю, последний раз сыграй эту херню, а потом будешь играть святую Деву Марию здесь. Нет, уж приходите, говорит, благословляю вас всех нахрен. Нет, я иду на принципе, я играть не буду. И я тебе сказала, ты меня не заставляй, и не надо меня здесь позорить. Я не буду играть, все, нет, я не буду с тобой играть. Ты не будешь со мной играть. Я думала, мы нормально выйдем и сыграем что-то нормальное, а не то, что устроено. Я вообще там нормально все устраиваю, но ты тоже думаешь, что мне тоже это все не просто вот это здесь размусоливать. Вообще, чего ты при людях хочешь? Мне неудобно. Валентина, нормально, что ли? Да потому что ты мне нравишься, я хожу уже месяц, смотрю на тебя и не могу тебе ничего этого сказать.
Ходишь мне вот это соблазняешь каждый день. Я что, железный, что ли? У меня руки все уже в мозолях. Ты серьезно сейчас сказал? Ты серьезно? Ну и что, что серьезно? У тебя парень есть. Это ты поэтому сейчас так рассказал? Артем, ты почему раньше не сказал мне? Я тебе серьезно нравлюсь? Да. Я просто, я тебе честно, я не знала, как сказать. Хотя да, у меня есть парень, у тебя девушка. Ты мне тоже очень нравишься. Я не знаю, что нам с этим делать, но... Ты почему не говорил ничего?